Дарья Мороз поразила фанатов новой прической автор 22.09. 2019 ради новой роли актрисы часто идут на необычные эксперименты со внешностью и не обошла стороной от участи Дарью Мороз. На днях знаменитость опубликовала снимок со съемочной площадки «Угрюм река», продемонстрировав новую стрижку. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Отметим, что Дарья уже давно ходит с коротко стриженными осветленными волосами, однако недавно у поклонников была возможность увидеть ее в новом образе, шатенке с коротким каре челкой. Подписчики остались в восторге от преображения артистки, написав, что новый образ ей очень идет. Также многие отметили, что звезда содержанок выглядит очень эффектно. Безусловно, Мороз не отказалась насовсем от образа, который уже стал привычным для публики, судя по всему, для съемок применялся качественный парик из натуральных волос. Ранее актриса уже сумела поразить поклонников радикальной сменой имиджа, и произошло это около 2 лет назад, когда она состригла свои длинные каштановые волосы. Тогда знаменитость неожиданно предстала перед публикой с коротким ежиком волос. На тот момент они еще оставались темными. На такие перемены звезды кино и театра подтолкнул ее бывший супруг Константин Богомолов, который был занят съемками новой картины. И она требовала от Дарьи преображения. С того времени Мороз не изменяет выбранной прически, однако продолжает экспериментировать с цветом волос. Как уже упоминалось, в последнее время звезда появляется на публике обесцвеченными волосами. Впрочем, пару месяцев назад артистка преображалась для съемок рекламы украшений. Тогда подписчики увидели ее с длинными белокурыми волосами. Однако снимок удивил комментаторов не только из-за того, что Мороз была на нем с новой прической, но и из-за того, что ее обнимал некий брутальный мужчина. Позже выяснилось, что Дашин партнер по съемкам просто модель. В настоящее время актриса свободна, около года назад она развелась с Константином Богомоловым, который уже успел сочетаться браком с Ксенией Собчак. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.